Каменске-Уральском юный мотоциклист устроил гонки с ГИБДД, но проиграл. Юноша на питбайке на призыв инспектора в ДПС по громкой связи не остановился. Он только прибавил газ и попытался скрыться, чтобы избежать штрафа. Автоинспекторы устремились в погоню и настигли беглеца уже за городом. 17-летнему гонщику, не имеющему прав, выписали кучу штрафов. Питбайк отправили на штрафстоянку. По техническим характеристикам он относится к мотоциклам, и для вождения необходимы права. Клещи продолжают атаковать свердловчан. В области уже 23 735 пострадавших от кровососов. Это на 19% больше, чем в прошлом году. В Екатеринбурге клещи укусили 8 218 человек, из них 1500 дети. В больницах с подозрением на энцефалит положили 71 пострадавшего. У 6 диагноз уже подтвержден. Из-за высокой активности членистоногих екатеринбуржцы смогут сдать клещей на анализ и в предстоящие выходные. Пункт приема на Гагарина будет работать оба дня – с 8.30 до 16 часов. Анализ на клещевой энцефалит стоит 300 рублей, на лайм-боррелиоз – 667 рублей. Узнать результаты можно будет на сайте. Городской пруд Екатеринбурга начали очищать от мусора. В основном отходы, брошенные в воду, прибивают к берегам. Но бывает, что приходится задействовать лодки и сачки, делятся впечатлениями уборщики. В этом году большую часть уже собрали, однако в связи с пандемией мусора меньше не стало. Часть отбросов сдувают в пруд ветром, но плавающие в воде пластиковые бутылки, строительные поддоны и автопокрышки – явно творение рук человека. Случается, неравнодушные горожане помогают очищать водоем, но это скорее исключение. Работы по уборке пруда запланированы до ноября.